В Испании прошли первые похороны погибших в железнодорожной катастрофе близ города Сантьяго-де-Компостела. Они состоялись в городах Кадис и Вальядолид. Здесь родные и близкие проводили в последний путь семерых погибших. Между тем машиниста разбившегося поезда выписали из больницы и перевели в камеру предварительного заключения. Франциско Хосе Гарсунама получил незначительные травмы во время катастрофы. Именно его обвиняют в трагедии. Машинисту уже предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Его допросят в понедельник. В больнице Франциско Хосе Гарсунама отказался давать показания, заявив, что будет говорить только в присутствии судьи. В субботу место аварии поезда посетили министр испанского правительства, внутренних дел и развития. Скоростной поезд, направлявшийся из Мадрида в Фероль, потерпел крушение 24 июля. Он не вписался в поворот на скорости 190 км в час. Трагедия унесла жизни 78 человек.